4 месяца у вас уже. 4 месяца они не видят его. Сейчас все скажу. Сейчас, минуточку. Я просто вам покажу, чтобы вы просто видели. Алло. Сейчас. Его как бы, его не врывались, дайте мне личное дело Болотова. А в квартиру же никто не врывался. Ну нашли его на улице, ну верните в семью, все. Какие проблемы? Учительница якобы шла мимо, увидела, что он раздетый, это было рано. Ну все, увидела его раздетого, верни в семью. Какие проблемы? Ну это уж я не могу. Какие проблемы? Я не могу вам ответить на такой вопрос. Что-то тут как-то вот оно... Как-то оно в филармонии что-то. Помните этот анекдот? Да, в филармонии что-то не сходится. Я не могу вам ответить на этот вопрос, понимаете? Мне когда ребенка привезли, меня сразу заинтересовал этот вопрос. Потому что по ребенку, понимаете? По ребенку видно, этот ребенок, это не тот ребенок, который не доедал, да я... не досыпал. Да я сам не доедаю, так что мне теперь надо теперь... Я же вам говорю, это не тот ребенок, понимаете? И не тот папа. Вот Светлана Николаевна, посмотри. Я папу видела уже потом, уже все это... Ну не тот папа, который бы там избил... Я поняла, что конфликт не за папой, правильно? Ну а мама уж какая, что ж мама? Трое детей. А что вы с ней сделаете? Помогите ей материально. Не надо, я, пусть мама придет ко мне с ней повезти. Дети ухожены, на здоровье. Направление вот у меня службы по делам детей. Написано постанова, да, тут прокурора центрального района по негайному відділення дитини. Если есть постанова прокурора, то тут прошу снимать. Постанова сама служба, не у меня. У меня есть направление, на которое... Понятно, у вас... Да, я констатирую как бы следствие. Понятно. Меня интересует, при поступлении ребенка, меня интересует вопрос. Первый, откуда взят ребенок и что случилось? Потому что, вот как у нас, ну вы уже все наслышаны в интернете, читали, вот там Лолита Ярошенко, там есть такой момент, что там забрали, схватили, привезли, вот по этому поводу. Вот, есть такой момент. Но меня интересует, дети же врут, к сожалению, не все. Но, к сожалению, а чем дети в лучших семьях и больше информированы, тем больше будут, как ни странно, происходит. Поэтому меня интересовал вопрос, и потом здесь мало ли что. Бывает такое, и ночью кидаются, бывает такое, что вешаются, все бывает, все бывает. Поэтому меня интересует, откуда взяли ребенка, что случилось, ну, что там в семье, что там такое. Или ребенок воет, я хочу к маме, хоть что делать, а там к маме нельзя подпускать, не то, что там к маме, а там вообще ее здание нельзя пускать. Там страх Божий, что то за мама, то мама, то одно название, что это мама, понимаете? Если у нас ребенок чистый, аккуратненький, сцены здесь разыгрываются, это не для слабонервных. Ребенок чистый, аккуратный, мы же обследование проводим, все, мы уверены в ребенке, мы даже на ВИЧ проходим анализы, у нас все здесь проведено. Вдруг приходит, за мама грязная, пьяная, неизвестно где валявшаяся. У нас было такое, мы на строительном рынке искали маму, мальчик плакал. И он кидается, ее обнимает, она его целует, я знаю, что будет завтра. Понимаете? Тут вопрос, я смотрю в комплексе на все вопросы, меня же не интересует как бы факт, как у меня брода. Он маму любил безгранично, он маму как увидел, вы что, он кричал, я маму, я все равно добьюсь, она пить не будет. И мы ее нашли на рынке, привезли. Он ее обнимает, целует, а я стою, мне плохо становится. Ну, подожди, дорогая, откуда ж тебя вы...